Скорее всего, как романс. Он короткий, но емкий. Мне бы хотелось такой еще спектакль сделать, чтобы декорация трансформер была и костюм трансформер. Что заметит каждый, это фехтование, это применение оружия. Любовь и кровь, они почему-то рядом. Сюжет опер «Рита» и «Брачный вексель» наполнены интригами, переплетениями судеб, как в жизни. Я вообще сроднилась так со своей героиней. Она такая вот стервочка. В ней присутствует некоторая перчинка. Как она говорит, не всем же мужья достаются герои. То он не подкаблучник. Трусоватый хитрец. У нас коллектив все время шутит. Было. Оставляем все, фиксируем. Все. Я звезда. Улетела мысль. Главное музыку изучить, да. Но когда ты начинаешь работать конкретно с актерами, вот тут это постоянный случай.